В информационном агентстве «Татаринформ» прошла татароязычная пресс-конференция, посвященная организации и проведению курсов татарского языка для населения. Все подробности далее. В мероприятии приняли участие директор Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского университета Радив Замалетдинов, декан Высшей школы национальной культуры и образования имени Габдуллы Тукая Рамиль Миргазитов и профессор кафедры общего языкознания и тюркологии, руководитель курсов Альфия Юсупова. Данные курсы организуются Казанским федеральным университетом и комиссией при президенте по изучению и сохранению татарского языка. За короткое время на курсы регистрировались более 900 человек. В этом году есть отличие при организации данных курсов, потому что курсы будут организоваться и в Казани, и на филиалах Казанского университета в городе Елабуге и набережной Челны. Группы формируются по уровню владения языком. Будут группы для начинающих, продолжающих и продвинутых знатоков языка. В каждой группе будет своя методика. В начинающих группах основной метод коммуникативный. Здесь прежде всего обучают разговорному татарскому языку. В продвинутых и продолжающих группах будут давать лингвистический материал. Также будут организованы походы в татарские государственные театры с последующим обсуждением спектаклей на уроках. Запись на бесплатный курс татарского языка идет и сейчас. Она продолжится до 21 февраля. Все подробности на сайте Казанского университета. Елизавета Никитина, Виолетта Басова, Универньюз.